Друзья, привет! Нахожусь на очередном из наших объектов. Ранее выполняли работы по монтажу и сборке каркасного дома. В настоящее время приступили к монтажу фасада. На фасаде будет у нас применен вот такой вот материал. Это фиброцементная доска, ДКР, имитирует фактуру дерева. Вот так вот она выглядит. Какие провели подготовительные работы перед монтажом? Нарезали доску на такие вот планки по 3 сантиметра. Используем их в качестве стартовых. Сейчас покажу, какие работы проводим. Окна мы уже ранее установили. Вот. Здесь у нас идет стартовая, здесь, соответственно, первая доска и пошла уже вторая доска. Вот так вот все поэтапно, по уровню собираем. Какие подготовительные работы по окнам сделаны? Применили специальные ленты от компании Проклима. Наружную гидроизоляционную и внутреннюю пароизоляционную. Также специальную ленту. Вот здесь вот она, видимо, и наклеена. Она является и шумопоглощающей, и также дополнительной гидроизоляцией. В зоне окна устанавливается она под отливом. Вот такие вот работы в настоящее время мы выполнили.